Добрый день, уважаемые дамы и господа, радиослушатели Первого радио. В эфире программа «Гостиный двор». Меня зовут Влад Зерницкий. Добро пожаловать. И сегодня у нас желанный гость, о котором мы говорили всю неделю и держали пальчики. Он приехал к нам. Народный артист Грузии Вахтанг Константинович Кикабидзе. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Я сразу хочу сказать о том, что концерты, которые предстоят еще нашему израильскому зрителю, пройдут 28 июля в четверг в 20:00 в Тель-Авиве, в музее Эрец Исраэль, в зале «Аудиториум Клячкин». В субботу, 30 июля в 20:00 в Хайфе, в прекрасном зале «Рапопорт». И 31 июля, в воскресенье в 20:00 в Ашкелоне, в центре конгрессов. Билеты, я надеюсь, еще есть в виртуальных кассах, вы можете зайти и приобрести их, успеть. В любом случае, я хочу начать не с концертов, а с того, чтобы поздравить вас с днем рождения, который был у вас неделю назад. Спасибо. Вы к этому, я так понимаю, относитесь достаточно философски сейчас, но в любом случае я хочу пожелать вам здоровья и долгих лет. Спасибо. Традиционно было много поздравлений? Да, было. То есть звонят ведь не только из Грузии ваши друзья, да? Нет, много приезжих было еще. С разных бывших стран Советского Союза. То есть это был банкет? Потом был банкет, большая пьянка. И утром я уехал домой. Это в Батуми происходило. На берегу моря. А в Грузии есть особые традиции, как отмечать день рождения? Или просто вы собираете всех друзей, кто приедет, и традиционно поздравления, тосты, разговоры, я не знаю... Да, но я воспитывался в семье, где всегда были гости, понимаете? И потом много интересных людей. И нам мой дед разрешал прислуживать за столом детям. И мы слышали, значит, о чем они говорят. Говорили о политике, о искусстве, о литературе, о жизни вообще. И так и взрослели постепенно. Три года назад вы давали концерты в нашей стране. За это время многое изменилось и в Израиле, и в мире. Но вы снова здесь, чему мы, честно говоря, очень рады. Шестой раз. И я так понимаю, что вас тянет на святую землю. Да, мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы вы уняли... Хоть капелька еврейской крови было бы, я бы сразу уехал бы, я говорю. Но... А каково это петь для израильского зрителя, для евреев, которые порой даже чувствуют себя как в одной коммунальной квартире с вами, находясь в зале? Это, наверное, особая публика, да? Это люди, которые порой даже могут быть и бесцеремонны. Это не чувствуется, знаете... их бесцеремонность в концертах. Но программа очень хорошая. Очень хорошая программа. Была одна песня. Стихи написал в свое время Хайт. Я До знаю. Сих пор я не могу выяснить, чья музыка. Я, кстати, всю ночь искал. Я всю ночь искал, чья музыка. У меня есть версия, что это Ефим Бурт, может быть. Ефим Бурт, израильский композитор, еврейский. Песня, вы говорите, песня «Мои евреи», да? «Мои евреи, живите вечно. Пусть мир и праздник в ваш дом придут». Изумительная песня. Да. Вы ее будете петь? Да, вот сейчас мы у нас сегодня в Натане концерт. Я поменял бенд, состав. И там порепетируем немного, наверное. В любом случае, Вахтанг Константинович, в каждом из ваших концертов, а эта программа называется «Посланник мира», звучат песни, от которых вы никогда уже не сможете, скажем так, избавиться, и будут всегда у вас просить.
равно как и мои евреи, и мои года, мое богатство. Вы к этому относитесь спокойно, что на каждом концерте, каждый год, каждый месяц, когда выступаете? Мои года вот здесь. Вот здесь. Да. Когда мне ее написали, мне было 40 лет. А сегодня 84. И все время просят эту песню. Знаете, человек так устроен, что он... твоими устами хочет услышать, что жизнь правильная вещь, да, и что все это так должно быть. Ну и если артист, он не сделанный пальцем артист, то он должен нести такое искусство, которое вместе с ними уйдет после концерта. Они с собой что-то должны забрать. Есть одна песня, которую мне... Я ее первый раз спел в Москве. Потом меня 4 часа держали в одном доме и, значит, объясняли, что я ее не должен петь. Называется песня «Мы иммигранты в собственной стране». Это написано было при Махровом Советском Союзе в Питере, написали ее. Там есть такой куплет. Мы иммигранты собственной страны, почти мертвы. На самом-самом дне. И хан пришел неведомый досель, чтоб лечь мою нагретую постель. А стихи такие вот, дождь берет. Даже те, которые не хотят вмещаться в политику, люди, которые вот сейчас... с украинской трагедией воздерживаются, ничего не говорят, а же они понимают, что это правильная песня, что так и было. Я 59-го года езжу по миру с концертами. Везде говорили, что артист, российский артист Вахтанг Кикабидзе, советский артист, да. Советский. Меня из пионеры выгнали. Был такой позорный день. Мы играли в футбол во дворе после уроков. А одна пара обуви у меня была. Я этот галстук снял и начал потом чистить туфли, чтобы мама не осердилась. И кто-то на меня донес. И на второй день выстроили всю пионерию. И меня с позором выгнали. Потом я не вступил к комсомол. Потом 50 лет вдруг предложили прямо в партию. Я сказал, нет, я говорю, это не мое дело. Я говорю, я всегда рассказываю антисоветские анекдоты. Я говорю, меня, чтобы в следующий раз не выгонять, я сам, я говорю, откажусь. В общем, жизнь такая штука, она... Тебе кто-то что-то говорит, что ты должен петь, что ты должен писать, что ты должен говорить. И не всем это удается, к сожалению. Сейчас такой артист, как Макаревич, оказывается, уже здесь живет, потому что там его очень сильно прижали, потому что он там открыл рот и свое мнение сказал. Человек должен жить без грязных хвостов. Если он хочет работать и делать то, что ему нравится, он должен ее делать так, чтобы всем было бы интересно. Иначе зачем? Сейчас кому не лень, все могут писать песни. Тексты пишут, песни пишут, какие-то идиотские тексты. И это становится такой популярной поп-музыкой. Вот. А среди моих друзей многих уже нет в живых. Композиторов, поэтов, с кем я сотрудничал. А среди молодых я все не мог найти такого, которому было бы интересно написать то, что мне интересно петь.
я как-то покойной супруге сказал, я говорю, да я попробую, может что-нибудь получится у меня. Я говорю, я сам себе напишу. И ночью взял бутылку водки и закрылся в комнате. И сочинил, к утру сочинил 5 песен. Все очень популярные, все. Почему? Потому что они смысловые, понимаете? Смысл должен быть. И проблема, которая вот сегодня существует. Иначе какой смысл выходить взрослому человеку, надевать галстук на шею, на смокинг и там припендриваться перед залом? Не имеет смысла. Тем более вам верят, Вахтанг Константинович. Все эти годы люди, которые приходят на концерты, вам верят. Ну, должны верить артисту, иначе он тогда он не он случайный человек. Так, по-другому не может быть. Ну, это мое личное мнение, я не знаю, может, я ошибаюсь. Я хочу вместе с вами перенестись в тот 1966, когда вы пришли в вокально-инструментальный ансамбль «Орера». Ансамбль легендарный, фантастически невероятный. Вы пришли из коллектива, который вы создали сами. Как вас взяли в «Орера»? Это была случайность? Это было какое-то приглашение? Виновата группа «Битлз». Дело в том, что руководитель этого ансамбля, Роберт Бардзимашвили, его уже нет давно в живых, он вдруг понял, что надо сделать играющую, поющую группу. А в нашем доме все дети, которые рождались, включая меня и моих сейчас правнуков, все начинали сразу стучать по кастрюлям, я не знаю, по... И я тоже очень увлекался барабанами. И когда они начали подбирать состав, меня вот из-за этого и позвали. Вот, я помню наш первый концерт, они были выпускниками НИАЗа, остальные все. Театр эстрады в Москве. Концерт длился вместо полтора часов, где-то около 3,5. Не отпускали. Потом они все с языками были, и мы пели популярную иностранную музыку тоже исполняли. Но мне было очень комфортно, потому что я сидел. У меня был микрофон. И если вы помните, я был такой гонконгский грипп назывался. Болезнь была такая. Да. Очень серьезная. И говорили, что надо есть чеснок и пить водку и все такое. Ну, я за барабаном поставил бутылку водки. У нас была песня «Чай для двоих». Па-па-па-ра-па-па-ра-па-ра. Да-да. А там же паузы. Па-па-р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 а. Два, три, четыре, два. И опять па-па-ра. Я в это время, в паузе, они начинали чихать у микрофона. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра. И один чихнул, короче, а я наливал себе водку, и это в зале очень... Все, наверное, думали, что это неправда, что это вода. И потом после концерта на ура номер прошел, и Роберт мне говорит, слушай, как приняли вот этот номер? Я говорю, ее приняли хорошо, я ребята пьяный, я говорю, я не жевал ничего, я говорю, я пил, ты что-то ее понюхал, я не видел, что правда водка была. Очень популярная была группа. Невероятно. Очень невероятно популярная. Мы с ней объездили все 5 континентов земного шара. Послушайте, ну это был мега успех. Вы были звездой, тем более такой вокал, такая музыка. Голова у вас кругом, как у молодого человека, не пошла от всего этого, от славы, от востребованности. Вы хулиганили, наверное. Я почему-то все время хотел петь один. Я чувствовал, что я этим должен заниматься. Я не мог объяснить себе, почему. Когда первый раз меня взяли в филармонию просматриваться, я был уверен, что они от счастья все должны в обморок упасть, что я к ним пришел.
А я тогда, пластинки на черном рынке продавались. Иностранных песен не было, магнитофона, ничего не было. И я очень хорошо копировал Армстронга, копировал очень хорошо Фреда Бускальон и там многих таких популярных исполнителей. А почему-то тогда заключение написали на русском языке, там комиссия. И было написано, у меня эта бумага до сих пор лежит. Его хриплый голос пахнет загнивающим западом. И не приняли. А я бросил институт, ушел с института. Я сказал, я иду в филармонию. Все. И сижу дома, горе у меня. Значит, оттуда выгнали, Орера еще нету. Вот. И потом один волчара там сидел на комиссии, старый администратор. Он мне позвонил, если говорит, поменяешь фамилию. Там директор, там моя фамилия знала, меня забраковали. Я говорю, я возьму, сейчас едем кастролю у нас по России, начиная с Ростова. Я маме говорю, мама, я говорю, что мне сделать, вот как? Возьми, говорит, мою, а мама у меня была в Багратионе. Да. Это известный 9 шефен, века, да, они, это династия царствовала. Возьми, говорит, мою фамилию. И первая поездка моя была, значит, в Ростове, первый концерт. Я вешал там, еще арахнул Армстронга, чего-то там. И первая статья, которой меня ругали, там была написана в Ростовской газете. И вышел как худой молодой человек и начал орать с хриплым голосом в микрофон. С фамилией Багратиони. Да, Багратиони. Это было в 59 году. Невероятно. Сейчас у нас уже 2020, да. Вы знаете, раз вы уже запронули тему мамы, я хотел вас спросить. Манана Константиновна, во-первых, она была из древнейшего княжеского рода, да, Багратиони Давитишвили, и она была певицей, меццо-сопрано. А вот ваше отношение к музыке, оно зародилось от мамы, как бы она вас подталкивала, или наоборот, она не очень верила в то, что вы можете быть... У нее было меццо-сопрано. Да. Она всегда мне говорит, Бог, тебе не стыдно выходить на сцену с таким хриплым голосом. Не понимала. Но потом уже на тебя же, говорит, люди билеты берут. Она сказала. Вдруг она мне сказала, дай, говорит, что-нибудь мы с тобой запишем твою. А я всегда думал, что мама, она должна все время жить. Что она бессмертна. Я до сих пор этого все время, когда вспоминаю, у меня щемит сердце, что я завтра, послезавтра, так мы и не записали. Ничего. И я всегда очень нервничал, если в зале она сидела. Всегда. Потом она сказала, наверное, что-то у тебя есть, я говорю, чего-то не понимаю, она сказала. Да. Она пела, подрабатывала еще в церкви, в хоре пела, в церковном, в нашем кафедральном соборе. Меня первый раз заставили в третьем классе. Это такая история, не помнит. Тогда, если бы Гиннес существовал, наверное, я вошел в эту книгу. Потом в шестом, потом в восьмом, в общем, 14 лет я был в школе. И я... Якобы я со школы иду, всегда заходил к ней в церковь, и мы вместе шли домой, как будто я со школы. А в церквях же везде эти святые же на иконах нарисованы, разные художники рисовали, правда? Да. Но мы знаем, что если место подобрано хорошее, борода у нее красивые, добрые глаза, это Иисус Христос. Я как-то маму спросил, я говорю, а ты этого человека знаешь? Я говорю, мама, да, он тут Бог. Каждый день, как его вижу, она сказала. Я говорю, а кто он такой вообще? Это как ты. Тебе, говорит, Бог. Каким, говорит, ты человеком? Вырастешь, как такой у тебя будет и Бог. Мудрая была женщина очень. Невероятно. Проголодь жили. 8 квадратных метров, бывший коридор. Заколоченные двери слева, заколоченные справа. Там соседи, здесь соседи, у нас окна не было. У нас дверь называлась дверь-окно, потому что ее не закрывали, чтобы воздух заходил.
У меня была раскладушка, одна кровать помешалась, а вторую еле-еле, значит, ставили раскладушку, чтобы я лежал. Вот так жили. То 30 лет у меня своего магнитофона не было. Я уже, да, уже пел. Выступал, что-то там. Копеечные заработки были тогда. Вот. Вахтанг Константинович, я хочу вас спросить о Грузии. Я к своему стыду в Грузии первый раз побывал только зимой прошлого года. Я все время как бы... Я много знаю о Грузии. Я очень любил и болел за «Динамо» Тбилиси. Мы с братом очень любили этот футбольный клуб. Безусловно, я следил за музыкой. И неделю, которую я провел в Грузии, причем не во всей Грузии, это была центральная, вот Кахетия там, я влюбился в эту страну. Я снял маленький такой мини-сериал из 6 серий. Я разговаривал с людьми. Я хочу спросить вас, человека, который там родился, у которого в венах течет грузинская кровь. Почему Грузия так притягивает? Почему она заставляет и влюбляет в себя моментально практически всех? Я не слышал ни одного человека, который возвращается и сказал бы, я больше никогда не пойду в эту страну. Нет таких. Это минус грузинов. Они очень добрые. Очень любят гостей. Это нас и губит, наверное, потому что вот сейчас, как только санкции объявили России, огромное количество россиян приехало. Позавчера я смотрел передачу, и там молодой человек, наверное, лет 19-20. Он сказал, меня внедрили, говорит. Завербовали, говорит, там, и внедрили, и дали задание. Я, говорит, хожу по организации, он не хочет ехать обратно. И говорит, что я внедренный. Никто, говорит, ни о чем не спрашивает. Потому что правительство у нас сейчас прорусское. Да. Абсолютно. Я депутат Верховного Совета Грузии. Да, мы об этом поговорим. Моей ноги там не было. Еще и я туда никогда не зайду. Я просто туда зашел, я вот своему директору сказал, давай, говорю, я сейчас выберусь, я говорю. И эти деньги, которые они должны мне платить, буду платить, я говорю, несчастным, бедным всеми. И уже 2 раза я эту комбинацию провернул. По 5000 лари, это где-то около 3 с чем-то до 1000 долларов, 6 семян. Понимаете? Потом, а меня они не трогают, не спрашивают. Они знают, что я этим занимаюсь сейчас. Но они знают, что если я рот открою, вся Грузия поверит то, что я скажу. И поэтому они делают вид, как будто они не знают, что я там, что у меня зеленый паспорт, который дома лежит, я его не пользую, что я беру их зарплату и отдаю этим больным и действующим людям. Знаете? Это поющее, танцующее, любящая гостей нации. Масюсенькая, маленькая, но свободолюбивая. Сейчас там, наверное, будут убирать этот парламент к чертовой матери и будут избираться люди, которые любят родину. Потому что уже 20% Грузии же российские эти стоят заборы колющиеся. Сейчас опять начали передвигаться, понимаете? Путин, видно, болеет, ратует за Советский Союз. У меня такое ощущение. Ему нравится Сталин как политик, который пол интеллигенции перестрелял в свое время. Мне Саакашвили, я когда пошел проведать, он очень плохо себя чувствует, он же арестован. Да. Я его спросил, я говорю, Миша, а почему, я говорю, он так не любит Украину? Он сказал, 10 лет тому назад я, говорит, видел бумагу, где
был такой план, что Москву надо перенести на территорию Киева. И чтобы она там была. Он хотел, видно, расширить это все дело. Я не знаю, насколько показывает в Израиле канал Freedom. Есть такой канал. Есть, конечно. Киевский. Да. Да, который по-русски вещает. Да-да, мы смотрим. Да, страшные вещи показывает. Я 3 раза залетал. Вот во время войны уже в Украину 3 раза залетал. Я хорошо Зеленского знаю. И это страшное зрелище. Это если увидеть человека. Ну, Израиль знает, что такое война, хорошо, но такого никто не видел. Я не видел, например, даже в кино. У меня было запланировано, когда у меня очень хорошая русскоязычная программа, и когда мне приспичит петь, всегда я ехал на Украину, в какие-то города, и там нормально пел эти песни. Эти города сейчас, вот 6 городов, все сравняли с землей, ничего не осталось, абсолютно ни одного дома. А что еще называется геноцидом? Именно когда это. Когда детей вывозят тысячами куда-то, какие-то отдают, какие-то далекие страны, когда взрывают детдомы, когда взрывают родильные дома, детские сады, я не знаю, там, я не знаю, у меня язык не поворачивается рассказывать, понимаете? Поэтому мы сейчас в Батуми, когда играли концерт, ее посвятили Украине и перечислили тот маленький доход, наверное, который вошел туда. Я там спел один блок, тексты которых точно ложатся на то, что творится на Украине сегодня. «Родимая земля», «Отцовская песня», «Сон», «Замечательная песня». О войне. С рождением сына, говорит, мне снятся странные сны. Как будто убитый отец мой вернулся с войны. На ложе меня мой отец, а по-новому дед стоит у окна в солдатскую форму. Очень многие же не вернутся уже. Позавчера я смотрел, показывали фотографии, висят бесконечная длина погибших. Почему? Что они... Чем они его обидели очень? Потому что они не хотят в Советский Союз, но хотят в Евросоюз. На этом все заканчивается. Вначале мне было Зеленского очень жалко, думаю, как раз он пришел, и это время все началось, но он оказался мужиком настоящим. 70% отсидится на его месте, убежал бы оттуда. Вот так. Надо сказать, что вы еще заслуженный артист Украины, Вахтан Константинович. Да, народный. Народный. И это признание украинского народа в том числе. А что такое народный ответ? Народный – это тот, когда тебе на улице подходят и говорят тебе спасибо. Значит, ты народный. Да. А бумага этих нигде нету, ни в одной стране такая. Это когда люди на улицах спросят, что Кикабидзе, начинают петь ваши песни, это народные. Или улыбаются. И я вас хочу спросить о вашем друге, с которым вы дружили более 45 лет, Георгий Данелия. Я в прошлом году прочитал все его книги. И я открыл для себя и его, и мир его кино совершенно по-другому. Я был очарован. Он столько о вас там пишет на самом деле. И когда его не стало, я видел вчера видео в Фейсбуке поставили в 2019 году, вы сказали так: «Я лично его никогда не забуду, потому что он сделал из меня такого артиста, про которого говорят большие артисты. Это все Гия, там моей заслуги нет», сказали вы. И вы с ним познакомились ведь в далеком 1968, да? Когда он вас пригласил на съемки. Скажите мне, действительно так можно сказать, что ваша жизнь творческая в кино, она благодаря Данелли сложилась? Да, конечно. Вот как будто мне правую руку отрезали, когда он ушел. Последнее время он все время мы созванивались. И он позвонил еще за месяц до того, пока ему в кому ввели.
И сказал: «Буба, наверное, говорит, я буду уже уходить». Он сказал: «Плохо говорил». Я говорю: «Как это? Мы же договорились, мы вместе должны уйти». Я говорю: «Но я же, говорит, старше тебя на 8 лет». А когда, говорит, а я его научил ловить рыбу удочкой. Он и очень заводной был, он так полюбил это дело. Когда, говорит, ты придешь, я, говорит, буду у ворот Святого Петра стоять с правой стороны, говорит, с удочками. И мы пойдем, говорит, ловить золотых рыбок. Ну, я понял, что у меня зовет в рай. И замолчал, и слушает, хочет услышать мою реплику. Я ему говорю, я говорю: «А вечером, я говорю, мы наловим этих рыбок и устроим рыбный стол, сабантуй, я говорю, жареная рыба, вареная рыба, в ореховом соусе, такого соуса, и ты будешь тамадой. И первый тост, я говорю, ты будешь говорить за тех, и позовем всех тех, кто раньше нас сюда пришел, я говорю, и первый тост подъем за тех, кто еще там остался, чтобы они долго жили». После этого уже он со мной не общался. Это был уникальный человек, очень талантливый. И он был фанатом Феллини. У него при слове Феллини, у него мозги переворачивались. И он на фестивале, когда взяли фильм «Не горюй», Данилевский, где я у него первый фильм был, первый фильм снимался, Феллини показали эту картину. И он попросил второй раз ее прокрутить, и два раза посмотрел подряд. И ей это сказали, и он от радости выпил сильно. Я говорю: «Знаю, что через две двери, говорит, он живет». И ночью пьяный встал, пошел к нему 3 часа, наверное, утра, стучаться в дверь. И, ну, я сейчас скажу, если вам не нравится, вы это вырежете. И дверь открыл Феллини в чепчике и в белом, в этом, как его, в белой рубашке. Говорит: «Феллини, ты говно», и ушел. Он не мог сказать, как он его любит. Феноменальный был, рисовальщик хороший. Великолепным юмором, очень теплый, очень-очень-очень хороший человек. Я читал его книги, у него такая самоирония, я хохотал все время. Да, он над собой издевается. Скажите мне, а почему он вас не снял в фильме «Паспорт»? Он же под вас эту роль делал. Я отказался. Я тогда болел. У меня с головой были какие-то неприятности. А менеджер был испанец, который давил на то, чтобы с паспорта снимался бы вот этот актер. Я фамилию забыл его. Француз? Да, француз. И тот согласился, Гия, но все время он хотел, ну хотя бы, говорит, его озвучь. Ну, у нас такая своеобразная дружба была очень. Я часто у них дома оставался ночью спать в Москве. Вот. Сегодня он, я, Женя Леонов и Фрунзик Викитичян стоим в старом городе Тбилиси. Да. Памятник стоит, и он тоже там. Да. И когда ставили памятник, я когда меня туда привезли, я вдруг понял, что их троих уже нету. И так как-то стало не по себе. Сейчас уже умер Кир Анчели, композитор, который все время с ним работал, умер. Резо Габриадзе, сценарист. И я говорю: «Сейчас я умру, мы там вторую серию там будем снимать». Я говорю: «Все там». Да, весь коллектив там. Да. А вы знаете, я в его книге «Безбилетный пассажир» прочитал такую смешную историю, когда вы снимали в налетном поле в аэропорту в Тбилиси сцену «Голландские куры». В фильме «Мимино» вы на перерыве предложили ему пойти покушать сосиски в «Интурист». И вас там не узнали. Вот вы помните эту историю, когда вы были в гриме, и вам сказали не шуметь там, иначе вызовут, да, полиция? Да, и вы тогда сняли усы, да?
и сказали, передайте, что Кикабидзе не даст автограф. Вообще там смешные истории происходили. Когда Юсов был тогда оператор. Да. Гениальный. Гениальный. Когда, в общем, вертолет должен поднять корову в воздух. Ну, договорились с женщиной, заплатили деньги. Она дала белую корову, привязали корову, вертолет поднялся, и вдруг Юсов говорит, стоп, что такое? Корова пропала на фоне облаков. На фоне, белая, да, неба. Белая корова. Уже середина дня, что делать? Я говорю, давай покрасим ее. Mm-hmm. И ее выкрасили. И все отсняли. Но когда женщина пришла, она говорит, это не моя корова. И начался скандал. И потом я говорю, тетя Нина, давайте пустим, я говорю, если она домой пойдет. Это ваша. Это ваша. Потом ее, они постараются ее помыть, я говорю, чтобы царь. И вот так шла корова с этим звонком. И 40 человек за ней. И пришла прямо к воротам и стала около ворот. Это, конечно, отдельное кино, слушайте. Данелия, конечно, он... Да. И он вас снимал все время в своих фильмах, да, и совсем пропащий. Это был первый фильм, где вы снялись. «Мелодия Верийского квартала», а потом «Фортуна», этот фильм такой совершенно... Я уже не говорю про... Мимино. Скажите мне, я все хотел вас спросить, раз у меня есть такая возможность, а вот фильм «ТАСС уполномочен заявить». Как КГБ разрешило сняться в роли резидента американской разведки грузину? Обычно же снимали иностранцев-прибалтов, да? Они играли там врагов. И вдруг вы? Не знаю, знаете, я тоже спрашивал об этом. Никто не мог ответить. Просто режиссер почему-то сказал, что он должен его играть. Моя мама, когда я ей сказал, я говорю, я должен... А это он документальная личность была, кого я... Да. Это Джон Глеб, он вывозил внутренности детей наркотики. Он этим делал бизнес. Ужасно. Она сказала, и его не играй, она мне сказала, потом люди не поймут. Не играй, почему-то она плохие называла шпионами. Шпион не играй. Люди не поймут. Потом за этот фильм нам дали государственные премии. Да. Потом я эту государственную премию не там нацепил, когда уже уходил с ресторана. И на второй день местный комитетчик, главный, который гостиницу Россию курировал, он мне позвал, мне говорит, с вами поговорить, подошел. Я говорю, куда, мне спуститься к вам? Нет, я, говорит, пришел. Говорит, вах, там гостиница. Вы, говорит, шли по коридору, хорошо, говорит, никого не было. И вот вместо, говорит, лацкана, этот значок, говорит, висел, медаль внизу. Послушайте, а, кстати, вот в фильме «Мимино», то, что вы Константинович, это вы специально ставили свое отчество, да? Не, видно, где так написали. А, да? Причем не Валентин Константинович Валико, да? То есть, я думал, это он специально вам сделал такое удовольствие ваше отчество оставить. Может быть, не помню. Еще два слова я хочу вас спросить о Фрунзике Мкртычяне. Самый несчастный человек, которого я в жизни знал. Когда мы познакомились, у него было очень смешное лицо, очень. Но глаза были такие грустные, думаю, вот как сочетается, да, это как будто не от его лица. Первая жена в сумасшедшем доме была. Вторая, то, что случилось, умерла. Дочка попала в аварию в Бразилии или в Аргентине, где-то умерла. Сын больной. Да, да, да. В общем, там много... И он пил, бедный. Но после съемки он исчезал, на другой день приходил трезвый. Где он пил, с кем он пил, мне никто ничего не знал. Всегда талантливый был очень. И брат мне рассказал, отец, говорит, был у нас очень строгий, говорит. И он, говорит, на актерскую жизнь очень смотрел так. Мол, это не профессия. И как-то мы играли, говорит, в самодеятельном театре. И вдруг увидели, что отец, говорит, вошел в зал во время спектакля. И он, говорит, подошел к сцене и
полспектакля, говорит, стоя на нас смотрел, потом ушел. И вечером, когда, говорит, мы пришли домой, он сказал, я, говорит, извиняюсь, играйте. Мурашки по коже. Да. Его очень жалко. Очень. Вам легко с ним было, да? А? С Фрунзиком вам легко было с ним сниматься, играть? Сниматься жить? Очень, да. Вообще тяжелый был человек. Очень тяжелый был. Но... мы как-то относились друг к другу. Вот как в кино. Все так и должно быть. Один раз он меня разыграл в Тбилиси. Когда он с этим эпизодом привезли, мне говорят, конфетку хочешь в тюрьме? Он говорит, нету. Мы жили уже в России в гостинице, он подо мной жил. Почему-то тогда телефоны на подоконниках лежали, а кровати были там. И ночью зазвонил телефон, я вскочил, подбежал, и Фрунзик звонит. И знаешь, говорит, Вова, меня, говорит, спросили, кто самый популярный актер на сегодняшний день? Я уже приготовился сказать спасибо. Я, говорит, сказал, я. И повесил трубку. На второй день я ему ночью позвонил. А армяне же, они всегда говорят, что вот Израиль мы построили, Тбилиси мы построили, мы это сделали, самая хорошая футбольная команда у армян. У нас это такие анекдоты ходят. Я говорю, я тебя не разбудил бы, я говорю, но ты, я знаю, я говорю, что ты любишь свою родину и будешь гордиться тем, что я скажу, что в Армении, я говорю, археологи нашли камень. И ты тысячной летней давности с надписью 5000 лет армянскому комсомолу. И тишина. Я говорю, ты о чем не смеешься? Я говорю, они говорят, эти археологи этот камень не могли найти в 11 дня, чтобы я выспался. Браво, какое чувство юмора. Кстати, в мире есть еще один Вахтанг Кикабидзе. Это ваш внук. Да, в Канаде он сейчас. Как часто вы вообще видите внуков, сына, детей? Ну, мои трое в Тбилиси. А. И у меня правнучка сейчас от старшего внука, уже 10 лет ей. Вот. А сын, он в Торонто живет, и он этого старшего заставил уехать туда. Поезжай, говорит, потому что он умный мальчик, очень такой. Он в Америке родился, там вырос, они разводили. Потом я его нашел, мне албанцы помогли, в общем, там целая история была. Но он нетипичный такой тбилисский. Младший больше. А похож лицом на меня очень. И недавно у них была свадьба, они потом уехали к нему. Он там сейчас он работает, все. Он англоязычный. Он лучше знает английский, чем русский и грузинский. И его супруга тоже там, они. Ватошка, хороший парень очень. Я... хочу благодарить вас за то, что вы сегодня приехали. Спасибо. Перед концертами. Я очень надеюсь, что залы будут полны, потому что вас любят не только в других странах, но и в Израиле, безусловно. Я желаю вам еще раз здоровья с прошедшим днем рождения. И когда я был в Грузии, я выучил несколько слов. Одно из них «Матлопт» и «Нахуамдис». Спасибо, Вахтанг Константинович Кикабидзе, народный артист Грузии, за интервью. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.